Каждый день в 6 утра я начинаю тренировку. Я боец. То, что я здесь, это не судьба, не случайность. Это мой выбор, моя территория. И здесь нет места для слабости. Я здесь. Тут не важны медали и титулы, статусы и награды. Здесь нет финишной черты. Есть только одна победа. Победа над собой. Адский труд. Вот что здесь в цене. Первые 10 часов упорной работы, чтобы ощутить, что совершенство есть. Десятки тысяч последующих, чтобы достичь его. Давай на чистоту. С чего начинается твой день? Со слов или с действия? Не жди. Время никогда не будет подходящим. Хватит месяцами планировать и мечтать. Встань и сделай. У тебя должна быть уверенность в том, что ничто тебя не остановит. Именно так должен мыслить победитель. Выбери, наконец, на какой ты территории. Территории успеха или бесконечных сожалений, побед или неудач.